Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быструю легкую закуску для вашего новогоднего стола. Эти елочки получаются очень вкусные, нежные и будут прекрасно смотреться в новогоднюю ночь на вашем праздничном столе. Вырезаем из хлеба кружочки. Если нет специального кольца, можно использовать обыкновенный стакан. Слегка обжариваем их с обеих сторон. Три яйца натираем на мелкой терке. Сыр также трем на мелкой терке. У сайры удаляем крупные кости и измельчаем вилкой. Выкладываем к рыбе яйца, сыр, немного солим, добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Вот такая начинка у нас получается. Нарезаем мелко петрушку. Также измельчаем укроп. Из начинки формируем конус и выкладываем на хлеб. Посыпаем три кусочка петрушкой. Остальные кусочки посыпаем укропом. Украшаем зернами граната. По желанию можно внизу также украсить кукурузой и зернами граната. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Получились очень аппетитные, симпатичные елочки, которые просто великолепно будут смотреться на вашем новогоднем столе. С начинкой можно экспериментировать. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока!